9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Василевского совместно с Балтийским флотом завершили штурм города Кёнигсберг и вынудили гарнизон крепости капитулировать. Во время ожесточенных боев город был полностью разрушен. В результате операции была уничтожена крупная группировка немецких фашистских войск в Пруссии. За мужество и героизм при взятии Кёнигсберга около 200 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. 98 частей и соединений получили почетные номинования. 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга. По решению Потсдамской конференции город был передан Советскому Союзу, а в 1946 году переименован в Калининград. До победы оставалось 30 дней.